фермеры привыкли вставать рано, поэтому и в Париж на свою манифестацию приехали прямо с утра, закупорив всю дорогу. К росту цен на электричество на них свалилось и постановление правительства запретить пестициды для выращивания сахарной свеклы. 3 года столица не слышала громкие голоса своих фермеров. И вот сегодня 500 тракторов и 2000 участников напомнили о проблемах французского сельского хозяйства.